Настюше тут целая гора подарков. А ты так подвешивала, набрала под зайцы. Подвесишь? Настюш, а где мама? Настюшенька, а это подарок тебе на мечту. Держи, радость наша. Поверни цветочком. Ой, какой подарок. Бантик красивый, да? Скажи, я все равно не понимаю этих денег, а вот бантик хороший. Да, правильно. Деньги. Деньги это не главное, скажи. Настюша, как мышка делать? Смотри, какая богатая царевна лягушка. Сейчас разберемся, немало ли дали. Что там дать? Да, деньги это мусор, это бумага, скажи. А вот бабушка с дедушкой, которая со мной играется, вот это важно. Настюша, скажи спасибо. Скажи спасибо бабушке с дедушкой. Конечно. Да. Папе с мамой пусть они сохраняют. Бабушка. А ты, доченька. Да, бабушка со своими деньгами. А вот пощупать деда за нос. Ого, мечта, Настюша. Тебе повезло. Вот это такая мечта. А чтоб дедушка игрался, вот это да, скажи. И бабушка. Вот да. Это да, самое лучшее. Это для девочки самое красивое. Это нас за этого, за цацки. Ой, бабушка. Да. Где цацки? Так задокументировано, чтобы потом, когда она вырастет, было доказать и скажет, ага, а где мои денежки на мечту? Да, вот они. Чтобы родители не зажучили. Подарком мы Настюше оставили, когда она проснется, откроет. Но сейчас... Кое-что Дед Мороз принес мне. Смотрите, вот тут в углу. Что это? Что это? Ух ты. Жена, как всегда, запаковала все красиво так. Офигенно просто. Кучу денег потратила. Да, солнышко мое? Ну, на, будешь мне вручать. То я не могу держать и снимать. Дед Мороз принес, а ты будешь к Санта-Клаусам. Ой, под елочку. Чуть-чуть нет. Ну тут вы, наверное, догадываетесь, что может быть. Ой, что-то оно там разлилось. Гель наверное. Для душа и пенка для бритья. Класс. Только посмотрите, сердечко. Снеговики, Санта. Санта, снеговики. Ух ты. Подарочки. Даже их открывать не хочется. Смотри. Ну, не открывай. Смотри, какая красота. Они такие красивые, что разрывать даже не хочется. Может, снизу. А потом муляжи ставим. Попьем еще сделаем. Это ж надо. Моя девочка так все запаковала. Или заставила Санту запаковать. А ну-ка, оп. Та-дам. Ух ты. Короче, я ухожу. Мы будем это дело дегустировать обязательно. Это виски, одно из моих любимых, Джеймсон. Это какое-то спешл издание Caskmates IPA Edition. Я даже не знаю, что это такое, но это просто. Если честно, я тоже не знаю, когда выбирала. Да, я обожаю это виски. Как ты думаешь, что там? Не открывай. Ну, известно, что оно. Тоже напоминает форме, вот этот звук. По форме не догадался еще. По форме ясно, что это его величество. Балует меня, девочка моя, балует. Сопьюсь, не будет влогов. Его величество Джек Дэниелс. Вы не подумайте, мы не алкоголики. Мы только иногда... Позволяем так, себе по чуть-чуть. В баре стоял. Обязательно стоит в баре, потому что тоже приходят друзья, знакомые. Гарный способ сказать веселых свят. Вот это, наверное, точно. У каждого мужчины в баре обязательно должно стоять вот что-то вот такое вот. Это обязательно. Даже если вы особо не пьете, на случай, если там отец к вам придет, там родные, близкие, друзья... Налить по чарочке, выпить за душевные разговоры, по рюмочке, поговорить. По чарочке. По чарочке, да.
Чарочка, да, это еще... если бы ты самогон наливал. И, еще прикольно, есть к ним специальные бокалы для виски. Я их тоже хочу безумно как-нибудь купить. Может, на следующий Новый год мне тоже Дед Мороз принесет их. Может, раньше. И вот из них тоже одно удовольствие пить виски. А вот что здесь, я вообще не имею ни малейшего представления после вот, вот такого закуска, да, печенье закусить. Класс, упаковано. Я в восторге, если честно. Как... Вот Оля, она всегда так упаковывает. Что бы это ни было, какая-то маленькая пиндюрка на подарок, она все равно ее запакует. Ну, это классно. Действительно, настроение поднимает. Такая упаковка, и сразу хочется чудес, каких-то мыслей сразу, а такие романтик, мур-мур-мур, все дела. А подсказку дашь, что тут может быть, пока я еще не... Не дашь подсказку? Это то, что тебе пригодится весь 2019 год. Что это может быть? А ну-ка. Весь 2019? Да. Не-не-не, не открывай. Что не открывай? Ну, скажи, что это может быть. Ну, давай, ну, давай. Прояви интуицию мужскую. Ну-ну-ну, стой. Что это может быть? Я не знаю, 2019 год, что? Свинка хрюшка, она будет копилка. Моя копилка хрюшка. Да нет, тебе бобра хватит. Что это? Якщо ти тримаєш мене в руках, то на тебе час осу... Новий год, ребята. Якщо ти тримаєш мене в руках, то на тебе чекає особливий рік. Він буде саме таким, адже я щодня надихатиму та мотивуватиму тебе. Разом ми зробимо цей рік яскравим та насиченим, повним цікавих подій та вражень. Починає ранок зі мною і весь день буде вдалим. А та кофі? Відкривай сторіночку по лінії перфорації, тягни донизу так зручніше і надихайся. Нехай це стане... Мені вже страшно. Нехай це стане твоєю ранковою традицією, приводом обговорити фразу з близькими чи подумати про приємне. А тут зборник афоризмів, що ли, на кожен день? Ми віримо, що ти відчуєш усю любов, яку ми вклали у цей календарик. Календарик, ребята. Это что? Я понял. Чтобы я вот с этим делом не терял счет дням. Ты тогда хильнув чуть-чуть, смотришь, а какой сегодня день? Опа, календарик. Это какой-то необычный календарик. Ну, что ж ты думаешь? Тебе что, обычный сад-огород, думаешь, подарю? Твой особливый рик 2019. Ты, кстати, переведи, он некоторые украинские не понимают. Ну, в целом, что там написано было. Думаешь, я сейчас вспомню, что там написано было. В общем, он меня будет вдохновлять. Вообще, ребят, учите украинский, потому что Украина, мы сила. Вот. Учите украинский. Может, субтитры будут, они там переведут. Это реально очень необычный, классный календарь. Это не просто календарик. Ну, я, да. Ух ты, смотрите, она... Это календарик, который будет поднимать настроение каждый день. Снизу тянуть как-то тут? Нет. Это, знаешь, обычный отрывной календарь. Так. Я такой впервые вижу, ребят. Вот, я не например, в курсе. Счастливого Нового Року. Січня. Каждый день ты будешь отрывать, а здесь что-то новое. Еще я зроблю в січні. О, тут оставим пропуск. Второго числа. Пообещай себе быть счастливым. И тут каждый день что-то. Все. Каждая страничка новая. Круто. Необычно прикольно. Очень я подарок. Решила на украинском взять, потому что мне понравилось больше, как звучит. Вообще он был на русском и на английском. Угу. Ну, на английском прикольно тоже, наверное. Круто! Я так что не забывай каждый день отрывать и мотивироваться как-то. И... Слушай, может тебе его передать? Чтоб ты мотивировалась, тебе он нужнее реально, наверное. Тебе тяжело с ребеночком, да, вот жена постоянно дома. Ну это наш вообще будет календарь, хорошо. Будем вместе отрывать. Будем вместе отрывать. Семейный все, календарь. Семейный календарь. Да, не личный тебе подарок общий получился. Вот. Ну ничего, зато прекрасно. Вот это я не пью. Да, рассказывай, она не пьет с имбирным элем. Пойдет на ура. Я кормящая мать. Ну, ты думаешь, я за год это выпью? Сомнительно. Легко. Ну, может быть, да, за год. Ну, через год мы отменим кормление и...
тебе оставлю попробовать. Спасибо, зайчик, спасибо. Тём-тём. Ну, иди сюда же, Тём. Вот так вот. А что мы покупали Оле, вы уже, наверное, видели в нашем предыдущем видео. В двух видео. Что в двух видео? В одном видео. Да. Ну, еще не вышло. Какое? Стоп! Что? Какое второе? Ну, в Брокарде покупали. Я их не показывал на видео. Я подарки, да, не показал на видео. Подарки я выбрала сама. Но в Брокарде действительно, мы Оля, когда мы, помните, записывали «Угадай духи по аромату», мы, естественно, не просто так зашли в Брокард, мы зашли, чтобы купить девочке мои подарочек небольшой. Вот. А еще у нее закончились духи, я думаю, мы еще поедем. Да, выйдем. Неожиданно. Это уже там чуть попозже. Вот, так что ссылочка на эти действительно, ладно, два видео будет в описании. Как жена потратит 2000 гривен в Киеве и угадай духи по аромату. Они очень интересные получились. Ну, лично для меня, когда я монтировал, это даже так приятно было их монтировать и заново переживать те моменты и снова их видеть. Рука болит. Так, недостаток этой камеры надо на штатив ставить. Ладно, ребята, сейчас проснется Настюша, мы будем вручать ее подарки. Что же там? Это очень интересно будет. Оставайтесь с нами. Готовимся встречать родню. Подарки, собственно. Ого. Да уж, подарков куча. Кучейная. Сейчас Настюшины. Чуть круче. А это нашим родным и близким. Настюша проснулась. Привет. А ей подарки тут. Дед Мороз подарки небольшие принес. Подарочки. Да, Настюш? Дед Мороз подарки принес. Смотри, коробочки. Это уже старый, это от крестного подарок. Да, подарок от крестного. Смотри, под Швинка. Елочкой лежит. Какие подарки. Идем будем смотреть. Идем смотреть подарки. Подожди, я забыла одну важную вещь. Девочка. Снежинка. Что это, Настюша? Она, конечно, сама не откроет, но пускай. Конечно, как-то не откроет. Смотри. Смотри, какая ты умная девочка. Потянула за ленточку и развязалась. Молодец. Я в шоке. Ты молодец. Крыши, ломай. Ух ты. Смотри, что-то звенит. Покажи, что там можно открыть. Смотри. Она сама захочет разорвать. Давай, рви бумагу, как ты умеешь. Смотри, здесь тоже можно открыть. Вот. Давай, продолжай. Ты же любишь порвать бумагу. Все книжки, альбомы уже порвала. Так что давай. Вот так вот. Добрались. Что это такое, Настюша? Открывай. Тут уже нужна помощь однозначно. Ух ты! Доставай. Класс. Сама все открыла. Молодец, Дотя. А что это такое? Это называется пальчиковый лабиринт. Да, нужно вот так пальчиками передвигать. О, мы с собой сразу возьмем к бабушке Свете. Игрушку. Ну вот это называется. Хорошая штука. Давай, веди его. Веди. Правильно. Правильно. Давай. Молодец. Дальше давай. Еще зеленая, конечно. Вот. Вот. Ну, ты вот, вот уже поняла. И синюю еще, и зеленую. Дайте мне все. Вот так вот. Что там такое?
Открывай, Настюш. Там еще один подарок. Мне эта игрушка нравится. Там еще один подарочек. Как мама любит, развивающая все. Правильно. Скажи, мне вот это интересно, заинтересовала эта штука. Что это такое? Что? Ну, здесь Дед Мороз принес. Ого! Ну, бумага классная, да. Дед Мороз тут принес еще. Настюша еще не умеет письма Деду Морозу писать, поэтому писала мама. Будем строить пирамиды. Да, Настюш? Ну что? Где? Скажи, я сейчас разберусь сама. Раз, и все. Ну, принцип такой, ты поняла, Даша. Какие подарки Дед Мороз Настюше принес. Настюша была хорошей девочкой, да. С Новым годом, Настюха. Тебя снова мама обматывает гирляндой. Ну, что вы делаете? Я вам что, елка какая-то? О, вот это может быть вкусно. Настюша, иди. Ну, вкусно же. Суперкадр. Все потрясем. Мы потрясем этот мир. Настюша, мы уже опять получаем подарки. Так тоже не от Деда Мороза, а от родственников. Прикольный деревянный конструктор Тетрис. Давай, разбирай. Подарки начинаются. А теперь Оля с Сашей подарок. Я пишу Снегурочки. Очень похожи. С Новым годом! С новым счастьем там всего-всего. И чаек вам вкусный, там супер каскелис. Ты. Пахучий. Прикольно. И, там, и сладости, и друга пингвина, вот и чипсики. Ты задарила нас. Спасибо большое. Смотри, можно спасибо, Юльчик. С Новым годом. Смотри, давай смотреть. Настина все повытаскивала. Смотреть давай. Какой прикольный. Слушай. Это чтобы он... Ага, класс. Вообще огонь. Ой, такой колюченький такой. Большой пакован такой. Ну да, всем. Так, на шею. Так, на. Боже, я не успеваю сориентироваться. Ого. Спасибо. А это Ириша. Что-то тут Настюша? Не, Настюша мы уже... Давай, показывай. Ириша нас поздравила. Это что ты пинаешь? У вас высокие, поэтому для вас еще вот такая вот... Это типа... Снежинка. Это такая, да, она длинная. Вешает. Такая гирлянда. Класс, можно еще повесить. А телефон кто уже успел подарить? Это мы. Это же Ириша. Пока. Ириша с семьей. А Машка не пришла, сказали, да? Вкусная, что? Она позже. Ого. Это ром? Это ром, спайст ром. Спайст? Надо, наверное, разрезать. О, это кэр. Да. Спасибо. Да уж, задарили нас просто подарком. Сыровяленые. Сыровяленые колбаски. О, штука из детства. Класс, вот это мы сделаем, оно будет шипеть в масле и раздуваться, и такие классные штуки. Обожаю марципан. Что ты прячешь, не показываешь ничего? Слушай, мы, короче, будем есть, бухать. И алкоголем мы, наверное, на год обеспечены. Так, давай наши подарки. Давай. Так, кому что? Да кому что? Юльчик, как и заказывала. Спасибо. Что-то. Да. Есть у бегемота. Кружечка Starbucks. Распаковка. Термос. Вот это супер термос Starbucks. Он действительно классный. Все, будешь теперь пить. Теперь буду чаю. Да не только чай, будешь кофе пить. Так, Ира попросила ее не снимать, значит, Саше вручаем. Да ладно, давай Ире вручим. Саша не поймет тут ничего. Ириша!
куб. Мама говорит, давайте я вам на день рождения подарю. Мы просто нашли, там делают, ну, все вручную, клеят все там, и трубу делают, шланг такой, а можно. Скинешь мне эту ссылочку? Я просто еще не выбрала, у кого заказать. Смотри, какая. Ну, правда, выложить отсюда уже нельзя. Прикольно. В каком кольце? Ого! Шубки. И вот это, я так поняла, держи, она кнопочки Настя все любит. Вот это, да, там можно заказать, чтобы больше сделали. Да, вот именно. Все, Настя тоже пришла. Моментальная реакция. Вижу цель. Даша, ты ее любовь. Даша, Аня. Даша. Аня, это для тебя подарочек. А посмотри. На двоих будете с родителями строить пряничный домик. Только не... У нас и такой только есть. Не ворошить. Да, будет. Есть, два. А будет еще, ну, один. Ничего, они же съедобные. Да, скушайте. Будем делать два. У меня есть такой паровозик. А, паровозик, там был такой паровозик, да. Да, елочка там была. Спасибо. Спасибо, братушек. С Новым годом. Спасибо. А, так у нас же что же есть для вас? Есть. Что ты каждое вручение снимаешь, Саша? Да как же. А Оля, Саша, купили уже? Это вам. Мы не успели посмотреть. Идем сюда смотреть. Идем смотреть. Ого! Ничего себе! Трехнедельный запас Филадельфии. Обалдеть. Дима, посмотри! И оливковое масло. Посмотри, я только 10 сырок. Саша ходил весь этот весь декабрь. Ну давай купим Масти Мартини на Новый год. Это правда. Это правда. Я говорю, да не хочу. Я поняла. Спасибо большое. Все, у нас набор чипсов. Спасибо, дорогая. Ой, это тоже для Настюши. Я поняла, тут надо эту. Выстраивать эту. Чай. Ящички и подписывать. Ой, какие крутые. И такие моднячие, слушайте. Ну, чиковские. Ну да. Круто. Они считаются не из лучших. Как собачку будем выгуливать. Смотри, у нас таких еще не было. У нас уже годовой запас алкоголя, чипсов и шоколада. О, класс. А это что? Шоколад. Шоколад. Оля. Обалдеть. Трюфельки. Трюфельки. Обалдеть. Санечка, тут тебе, а это еще Настя. Спасибо. Я не знаю, я не удержалась. Я лично обожаю такое. Не знаю, как Настя. А что это? А что это? Где живет? Книжечка. Живет с окошками. Да. Да. Смотри. Кто-то звенит. Только что там что-то. Кузя? Звенит подарками? Интересно. Ну что, очень неожиданно мы телепортировались в другое место. Ой, смотрите. Какой прекрасный тортик. Какая елочка со звездой. Класс. А что? А, денежки. Я уж думаю, какой-то тут владье такое что-то. Спасибо. Убежал. Это кошечка, ее зовут Шерри. Шерри. Улыбается. А где котик? Где котик? Котик там, да? Мяу. Мяу. Молчит, правда, не мяукает. Хороший котик, хороший котик. Кстати, вот Олина медаль школьная. Отличница просто. Красавица. Комсомолка. Не надо, видишь, она боится. Давай просто посмотрим.